И к другим темам. Гипертония в списке самых распространенных заболеваний в Дагестане. За последние годы резко выросло число больных с сахарным диабетом. О результатах всеобщей диспансеризации говорили сегодня в ФОМСе на совещании с участием главврачей районных больниц. За последние 4 месяца на осмотр к врачам в республике в рамках обязательной диспансеризации попали 605 тысяч человек. Это 34% от общего плана. Показатель довольно низкий. Проблемные районы – это Курахский, Буйнакский, сам город Буйнакск и другие горные и предгорные районы. Напомню, что согласно новому закону, дети, студенты и ветераны будут проходить медосмотр каждый год, а все остальные россияне старше 21 года раз в 3 года. У нас остается ряд лечебно-профилактических учреждений, которые не выполняют плановые задания по диспансеризации. В связи с этим мы наметили определенные мероприятия, которые сегодня мы обсудим на нашем совещании, с участием руководителей этих медицинских организаций, направим их на более правильное русло.